В Институте вычислительной математики и информационных технологий КФУ весь день было неспокойно. Все свое внимание студенты посвятили зарубежному гостю Махмуду Хамуду, который является техническим инженером Мюнхенского отделения корпорации Intel. Гость посетил Казанский университет впервые, и казалось, что каждый студент стремился не упускать уникальную возможность принять участие в семинаре. Да, главная тема – это разработка для встраиваемых систем. Вот необходимо иметь представление, как используются эти системы и средства разработки именно в промышленности. Преподаватели института также были крайне заинтересованы семинаром. Данное мероприятие первое, но мы уверены, что не последнее. И совместно с компанией Intel специалисты Института вычислительной математики и информационных технологий других заинтересованных подразделений университета будут заниматься освоением этих технологий и использованием их в практике. На встрече со специалистом студенты проявили огромный интерес к разработке искусственного интеллекта, изучили прототип умного дома и познакомились с программой компьютерного зрения. Стоит отметить, что среди них были студенты не только Казанского федерального, но и из других вузов Казани. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.